Метрика CMR, то есть это Contribution Margin Ratio. Это метрика, которая показывает нам долю маржинальной прибыли во всей нашей транзакционной истории. То есть нам надо понять, какова наша маржа, сколько это в процентных пунктах для того, чтобы вообще, ну, каким-то образом взаимодействовать дальше с этим. То есть это позволяет нам понять, что если у нас есть один юнит, на который потрачены какие-то деньги на маркетинг, на ретеншн, на все-все-все-все-все, коксы и так далее, мы понимаем, что мы все это дело потратили, у нас есть один юнит, и, например, наш клиент совершает две транзакции. Окей, в этом случае у нас, например, будет CMR 0,7. То есть мы 1 рубль вложили, 1,7 заработали. Довольно неплохо эта метрика иллюстрирует все, что необходимо нам знать про маржинальность нашего конкретного направления, бизнеса, юнита и любого продукта. И таким образом мы можем делать правильные выводы, стоит ли сюда инвестировать дальше или нет.